Жабушка все впала в свое обычное русло. 3 дня я не был на лугах. Сегодня 8 марта. Встретил я опять этого бобра, поплыл он вверх по течению. На мосту сидел, когда я подходил. Раньше здесь мостик был. Отсюда слышу, что на Козьем переходе сидит много уток северных. Посвистывают. Здесь вот около берега бобр был. Это маленький бобр, вон он плавает. Совсем небольшой бобренок. Испугал меня. Вода стоит на одном месте. Она еще немножко пришла, как я и говорил. И остановилась. Скоро вода пойдет на спад, начнет светлеть, и можно будет с удочкой начинать ловить вот здесь в кустиках. Здесь обычно плотва клюет, красноперка. Норка здесь от меня прячется, вот под этим деревом сидит. Вон она из-за дерева выглядывает. Морда мелкая. Ускакала. Thank you.
Хотелось сегодня пройти опять на дорогу, сходить подальше до плотины, но на лугах все низина подтопило, и пройти я никуда не смог. Теперь, чтобы на дорогу попасть, нужно обходить по бугру, а это далеко, и потом опять по дороге возвращаться, неохота по асфальту ходить. Походил вот здесь с краешку, поснимал маленько. Вода больше не приходит, может быть, еще пару деньков она постоит и на спад пойдет. Разлив в этом году получился небольшой. Ну как небольшой, нормальный. Озера-то затопило с низинами.